Что, Рачишка, YouTube платить перестал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин. Деньги нужны. Сам знаешь, в Warface хочу вернуться. А как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком. Это я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу, май! Работа подождет! Давай, Рачишка, поделись, как тебе ощущение от объединенной помоечки? Это топово, Кэп! Баги с трех серверов в одном. Гениально! Пиво в печень! Warface вечен! Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги! С вами Ракутагин, а также Капитан Очевидность! И вот оно потихонечку свершается! В Warface происходит объединение серверов! Альфа, Браво и Чарли сливаются в единый, наиболее токсичный сервер игры In The World за всю историю! Крабокот будет уничтожен! Бойцы Браво и Чарли заразятся киберспортом! Явление мамка в канаве станет всесоюзным явлением. А происходит это все, друзья, на специальном сервере. Называется Warface Единый. Туда были скопированы все наши, абсолютно все персонажи с наших аккаунтов за 3 и 4 августа. То есть сразу секундочку, не надо говорить, что если вы там что-то выбили 5, 6 и так далее, что это вдруг не появилось там, там оно не должно было появиться. Данные были взяты, крайний срок 3, 4 августа. Все. Все, что было до этого, должно сохраниться у вас на складах. Обязательно на каждом складе, на каждом персонаже должны быть те самые предметы, которые были по состоянию на 3 августа. У вас должен быть тот же самый ник. Тот же самый список друзей, абсолютно тот же клан и все остальное тоже. Все достяги, все авчивочки и так далее. Ну и, конечно же, кредиты, короны и барбаксы. Единственное, что может некорректно работать, нас сразу предупредили разработчики и так и наша администрация, это система контрактов. Там нагиб может быть и, в общем-то, в принципе, да кому какая разница, я думаю, что это не смертельно. Все это было заявлено, и мы отправились, во всяком случае, я все это дело тестировать. Так, ты любитель словоблудия, давай-ка по делу. Сразу говори, игра лагает. Да, конечно, лагает, капитан очевидность. Не лагало бы, был бы не Warface. Первым делом я, конечно же, зашел на сервер, выбрал своего персонажа с Альфа и думаю, блин, сейчас мы ринемся, сука, покорять там старые друзья, Хотя, в принципе, какая разница, на ПТС тоже, по сути, всегда был единый сервер. Но вот интересно, вы знаете, люди как-то вот даже прониклись этой темой. На этом едином сервере все говорят о том, что... Фу, Днарис Браво пришли! Ага, школьники с Альфа! Крысы с Чарли! Сразу, кстати, говорю, на Чарли никогда крыс не было, запомните! Да, а ты откуда тогда взялся, шлепок майонезный? Сейчас, молчи, понял? Я нажал быстрый поиск. Полная комната набралась очень быстро. Пошел запуск, и нас нахрен всех оттуда выкинуло. Процедура была проделана не единожды. А вот результат всегда был идентичным. На этом так называемом единовом тестовом сервере, я, кстати, полагаю, потом он и будет основным, а наш обычный клиент Warface просто уберут, и мы будем все играть там. Так вот, сервак настроен, мягко говоря, плохо, быстрый поиск там вообще у меня не работал. На тот период, когда я туда пришел играть, ни у меня, по-моему, ни у одного человека на тестовом сервере этот самый сервер, быстрый поиск, не работал. Поиграть через быстрый поиск было невозможно. Но так и вы же знаете, наши люди достаточно изобретательные. И изобрести в своей истории они успели не только периодическую таблицу, поезд, лампочку и массу других полезных изобретений, но и стандартные комнаты. И вот в этих стандартных комнатах все было как по маслу. Собрались, как былые времена, 2012-13, но мов покикали нахрен, задротом тоже, и пошел нагиб. Че, правда покикали людей? Да нет, конечно, капитан очевидность, я шучу, никого нахрен не кикали. Нафиг кому надо, это ж не 2013 год в самом деле. Хотя я, может быть, и покикал кого-нибудь, но я был не главой комнаты, так что какая разница. Окунувшись в бой, я вдруг понял, что игра немного изменилась графически. Все какое-то зернистое, какие-то текстуры немного не такие. Но, как я понял, это даже не связано с единым сервером, это сейчас наши разработчики что-то там колдуют над графикой оптимизацией DX11, DX12, DX13, DX15, короче. И не все у них пока что гладко проходит, так что к этому придираться не будем. Я надеюсь, это поправят. Как и уберут нахрен этих баб-робокопов. Ну серьезно, ну нафиг они... Я понимаю, это не тема объединения серверов, но зачем?
Вот у нас проводили опросы, какой вы хотите стиль в Warface, там, милитари, будущее, банды. Там, по-моему, все было ясно, за что люди проголосовали. У людей были претензии к внешнему виду, вначале ввели каких-то там... А что у нас там? Вначале Сет появился в игре. Ну, тут как бы Терминатор. Потом у нас появился этот персонаж из Fortnite, этот странник с такой странной головой, как у инопланетянина какого-то, или у робота из научной фантастики книжек 80-х. Потом эту бабу белоснежную... Нет, баба, она нормальная, баба ничего, такая валькирия, туда-сюда, короче, вот эта белая тёлочка. Нормальная. Ну, блин, кому она нафиг нужна? Она на большинстве карт не актуальна, бегает, светится, её, сука, везде видно. И тут наши разработчики подумали, в игре есть Терминатор, почему бы не ввести ещё робокопа? Короче, я их не очень понимаю. Ну ладно, об этом позже. Самое сочное произошло, когда игру стали пробовать люди из, скажем так, отдаленных регионов, где пинг достаточно высок. И вот, например, вы сейчас сможете пронаблюдать геймплей человека с Дальнего Востока на этом самом замечательном едином сервере. Не, ну реально 2013-й. Ну а у тебя сильно вообще игра в бою лагала? Нет, как ты знаешь, вот, ребят, серьезно, в бою лагов у меня не было. Но опять же, зависит от того, какой пинг и так далее, там провайдер, не знаю, лагает. Мне не лагало, серьезно. Бой, вот вы видите, нарезочку, все нормально, люди бегают, стреляют, какие-то, может, где-то косяки были, но в рамках нормы для Warface, понимаешь? Warface никогда не был идеален в этом плане, но геймплей нормален. Прямо геймплей даже хорош, там хедшоты летят, ваншоты летят, побегал с Чапой, побегал как бы с АМБхой, побегал с АК-12, с Гранд Пауэром, еще с чем-то там, короче, бегал тудым-сюдым, все нормально. Претензий, серьезно, по геймплею, по лагам именно в бою не имею. Кстати, фризов не было, вообще у меня не было фризов. С другой стороны, некоторые люди жаловались, что у них немного подфризивает. Один человек вообще не мог в матче сдвинуться с места, может быть, он тоже с Дальнего Востока. А склад в порядке? Ничего не исчезло? Да, капитан очевидность. Ты знаешь, вот предметы, реально, как заявили, предметы, нашивочки, короче, все, да, стяги, все, никаких проблем. Кредиты пришли, короны пришли, варбаксы пришли, тут претензий не имею. Однако, при всем том позитиве, который я уже сейчас начинаю выражать, надо понимать, что пока что это не готово. Это надо шлифовать, это надо улучшать, это надо доводить до ума. Если в игре не работает быстрый поиск, в 2021 году, ребята, это неиграбельно, это моментальная смерть, пока что, по понятным причинам, народ туда окончательно переселять нельзя. Опять же, проблемы у людей, у которых высокий пинг, а не каких-то удаленных регионов, это тоже нереально. У меня пинг вообще сейчас примерно около 40 в Warface, я живу, соответственно, в Краснодарском крае, тут в глуши, в станице, но меня устраивает, что на основных серверах играть вполне хорошо, что на едином, все нормально. Но вот люди, которые живут реально на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, как я понял, для них полная жопа. Так что тут проблемой, наверное, будет для разработчиков и локализаторов не только сразу объединить всех в один сервер. Это, в принципе, уже плюс-минус сделали с какими-то косяками, но, в общем-то, нормально. Так еще сюда надо прикрутить региональные серверы. И это по-любому, потому что если их не прикрутить, то, объединив людей в один единый сервер, вы обрекете ДВшников, людей там с Крайнего Севера и так далее, на ужаснейшие просто лаги и, соответственно, потерю всякой мотивации вообще заходить в эту игру. А понятное дело, позволить вы, дорогие разработчики-локализаторы, это себе не можете. Так что, ребята, фронт работы у вас еще приличный. Скажи честно, братишка, вот как ты думаешь на самом деле? У них вообще получится все это сделать? Да, капитан очевидность, я думаю, получится, а почему бы и нет? Конечно, получится. Вопрос только когда. А время поджимает. Надо, ребята, надо как-то вам ускориться, как-то вот сосредоточить свои силы здесь, а не рисовать очередную серию Пифон и так далее. И тому... Это, конечно, тоже важно, но сейчас объединение серверов это наиболее острое, наиболее ожидаемое, как бы, обновление. Наиболее ожидаемое. Это люди ждут, люди хотят, кто-то может нет, но в основном да. Так что я призываю разработчиков, локализаторов, инженеров технических всех просто, сука, собраться, максимально сконцентрироваться, направить все свои усилия в одну точку, прямо вот сконцентрироваться максимально там. И наконец-то подарить нам нормальный Warface с нормальным онлайном. Ну вообще, как впечатление? Приятно было поиграть сразу с игроками из трех серверов? Да, капитан очевидность. Ну блин, было здорово как-то, не знаю. Единый сервер, Альфа, Браво, Чарли, какие-то знакомые лица там, Ракуха, привет, ты дно вонючая, сука, туда-сюда. Общаемся нормально, там это там пишут, а понятно, на первом месте, когда я был там, а понятно, инженер с АМБхой на первом месте играет крысу, по-любому с Чарли там, сука, узнают. Ну блин, такая романтика. И мы играли, 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 а потом...